тоже была одна большая победа. Кубок Европы в закрытых помещениях. Сезон 2012 года, кстати, в Москве. В Лужниках проходил этот турнир в феврале этого года. И россияне одержали победу. Так что 2012 год продолжается. Победа и достижения сборной России, как и год 2011, когда сборная России выиграла все, что можно. Суперфинал Евролиги. Межконтинентальный кубок. Yeah!